Здравствуйте, дорогие друзья! Я Ольга Лаптева, автор и директор проекта «Вкусно». Сегодня моя программа «Жить вкусно» в гостях у моих друзей, у Алены и Андрея. Ребята часто встречают гостей, прекрасно готовят. И сегодня с Аленой, кухня которой сегодня представлена нашей кулинарной студии, мы поговорим о том, как встретить гостей в преддверии Нового года быстро, вкусно, недорого и не скучно, но так, чтобы все получили удовольствие, и для хозяйки это не было шоком. Алена, привет! Привет, Оля! Спасибо, что ты пригласила сегодня в гости. Поделись, пожалуйста, тем рецептом, который другие хозяйки смогут себе взять на заметку, и чем можно порадовать себя и вновь пришедших. Этот рецепт мой, он уникальный. Хорошо. Да, я хотела бы поделиться с тобой этим рецептом, может быть, он тебе поможет в книге. И опять же, все мои друзья просят меня, чтобы я каждый раз им рассказала об этом салате, потому что они его называют Алёнушка, и они его там в различных вариантах готовят сами, и бесконечно мне пишут. Вот сейчас Света написала. Света, привет! Посмотри, пожалуйста, для тебя тоже в том числе. Я все-таки этот салат приготовлю. Поэтому начнем. Ты сказала, что он очень быстрый. Очень быстрый. Ну, максимум, самый максимум, когда я его готовлю, это 10 минут. Так, соответственно, 20 минут четвертого он будет готов. Засекайте время. Я думаю, может быть, даже раньше. И еще такой момент. Так как у нас сегодня шампанское в кадре, расскажи, кстати, про шампанское. Шампанское замечательное, и сегодня в сочетании с твоим салатом, который идеально к этому подойдет, и вдруг еще к тебе также традиционно нагрянут гости. Наш партнер на сегодняшний день – это усадьба Дивноморская. Это абсолютно уникальная капсульная коллекция, выдержанная шампанское, очень высокого уровня. Я думаю, что мы с удовольствием это все продегустируем. Угу. И вполне возможно, да, добьемся марьяжа, да, потому да, что... однозначно, этот салат, ну, в принципе, он с морепродуктами. Вот я нашла созвучные креветки, огурец, майонез и зелень, салат креветочный, твой другой, да? Да нет, у меня нет майонеза. Ну хорошо. Майонез я вообще стараюсь не добавлять. Но ты майонез делаешь сама. Майонез я делаю сама, но в этот салат майонез вообще не хорошо. Идет. Значит, у меня всегда... Есть руккола. И всегда есть мини-шпинат в холодильнике. Он хранится хорошо и долго. Угу. Но вы можете использовать абсолютно любую зелень. Если у меня нет этой зелени, я использую другую. Что называется, соломки подстелить. Да, значит, я просто, да, рукколу я высыпаю всегда все. Ну, это можно... Ее может быть много, да? Ее может быть много. Ну, у меня обычно идет вот одна коробочка и мини-шпинат. Мини-шпинатик. Все это мы бодрим вместе. Так вот. Даже можно... Ну, шпината немножечко меньше. Он такой своеобразный. Но в этот салат он очень хорошо подходит. Замечательно. Так, сейчас помидоры. Помидоры можно использовать любые. Если у вас есть черри, лучше черри. У тебя красивые. Есть розовые черри, маленькие вот эти желтые, похожие на мандаринчики. Желтые обязательно для красоты. Значит, можно использовать помидоры абсолютно любые. Либо вы обычные. А ты маленькие режешь или нет? Да, на две части. Да, хорошо, я тебе помогу. Давай. Так, я просто показываю, что... Нет, можно, в принципе, все помидоры любых видов. Средними кусочками ты режешь розовые. Так, красненькие мы режем все, а желтеньких мы добавляем. Как захотим. Да, как захотим, значит. Так. Салат получается веселый. Их в хаотичном порядке можно. Да. В творческом, я бы сказала. В творческом беспорядке. Угу. Какие ты салаты обычно, или вообще какие блюда ты готовишь на Новый год? Потому что сейчас мы завершаем старый, проводим его хорошо и будем готовиться к встрече нового. Хорошо, если и наши зрители запаслись шампанским. Вот это шампанское, которое у нас сегодня, конечно, оно уникальное. У него уникальный вкус. Насколько я знаю, в Краснодарском крае усадьба Дивноморская выращивает итальянские лозы по классическим европейским технологиям. Делается это шампанское. Оно абсолютно уникально по помидорчиков, вкусу. Помидоров. Помидоров достаточно? Так, теперь огурчик. Огурчик просто кружочками. Хорошо. Такими не толстенькими, да? Тоненькими.
Ну, обычно огурец тоже всегда у каждой хозяйки он есть. Но все это можно... Бывали случаи, что нет огурца, и нет авокадо. И, ну, это совершенно все... А чем заменить? Да можно ничем. Ну, авокадо, конечно, можно заменить огурцом, все что. То есть, когда есть все, конечно, очень хорошо. Сейчас вот у нас есть все, что нужно для этого салата. Так. Я вижу, у тебя хурма вот лежит. Хурма, да, подготовлена. По сезону это просто замечательно. Да, когда есть то есть хурма, она придает какую-то пикантность вкусу, да? Ой. Ну, она сладость такой. Ну, в общем, она сюда он очень хорошо. Условно говоря, у нас три вида помидор, два вида зелени, осьминоги, которые уже законсервированы, да, готовы и порезаны для того, чтобы меньше тратить времени. И уже в масле даже, времени. Да. У нас есть авокадо, хурма и красный круглый лук. Да. Так, сейчас мы чистим авокадо. Угу. В четыре руки мы сделаем это еще быстрее. Ты уже нарядила елку? Конечно. Красота. А у тебя игрушки какие? Вот ты каждый раз новые покупаешь игрушки? Или у тебя старые, семейные, по семейным традициям, которые лежат в таких... Ага, то есть тоже в свободном режиме, да, пополам? Да, вот. Я просто это все всегда на ходу и быстро, потому что... Ну, прекрасно, да. Потому что мы же работаем в концепции «быстро, вкусно, недорого, не скучно», а значит... Угу. И, кстати, правильно. Еще раз хочу тебе сказать, я... На самом деле терпеть не могу готовить. Да ладно. Да. Вот так я все делаю очень быстро, но я очень люблю гостей. Я Слушай, у тебя очень вкусно всегда, Алён. Вот вне зависимости от того, что ты сейчас говоришь, У тебя всегда все очень вкусно так, и красиво. Так, немножечко. Хурма пошла в ход. Хурмы нужно немного, потому что это все-таки А скажи мне, вот я тебе про Новый год задала вопрос, какие у тебя игрушки? Игрушки, ты знаешь, у меня много игрушек сделано своими руками. Она вяжет немного. Вяжет, поэтому тем более не нужно. И поэтому игрушки у меня всегда одни и те же. Они у меня уже больше 20 лет. Вот. Я их собираю. Традиционные такие, фамильные. Да, я их собираю в коллекцию, покупаю только игрушки. Ты делаешь сама, нет? Да, делаю сама. Давай из винных пробок, которые сегодня останутся от нашего шампанского, потому что мы будем дегустировать, и будет все очень симпатично. Сделаем мышей, потому что наступает год металлической белой мыши. Да. И мы придумаем смешных мышей. Давай, у тебя же когда-то жила мышь. Сейчас у меня, кстати, живут на чердаке летучие мыши. Серьезно? Две? Пара, семейная пара. Да, и вот такой вот и лука тоже половину, да? Да, его много не нужно. Он дает... Он даст легкую остроту и поженит ингредиенты, да? Да, он очень хорошо он для осьминогу, поэтому связки. Я его как раз сверху. Хорошо. Угу. Так вот его. Очень красиво. Да, он очень красивый, нарядный получается салат, очень нарядный. Ощущение, что его просто очень много для большого количества гостей. В общем, сейчас напророчим, и кто-то обязательно к тебе приедет. 100%. 100%. Красиво. Салатик, да. Кстати, еще сейчас покажу один секретный ингредиент. Угу. Если, его у вас нет, ничего страшного. У тебя вот там какая-то странная стоит соль. Соль, это обязательно, но это не совсем соль, это соль с травами, с итальянскими. Ну, можно использовать отдельно травы, можно использовать соль с травами. И вот смешной такой розовый горошек, перец. Вот это мой секретный ингредиент. Ага, то есть я его открыла. Да. Его, конечно, если у вас его нет, ничего страшного, но про него всегда все спрашивают, он замечательный. Во-первых, он красиво выглядит, да, во-вторых, да. Он будет работать там, да, но когда очень... ты его кусаешь, не будет ли он... Нет, он, знаешь, спокойный. Он очень подходит к Новому году, потому что у него немножко хвойный вкус, кстати говоря. Как можжевеловый чуть-чуть, да? Да, да, да. Угу. И его, совершенно немножко. Посмотрите, какая красота. Да, действительно, да. Симпатично очень. Это все я придумала, в принципе, сама. Часто ты придумываешь такие экспериментальные блюда? Нет, это вот мой хит. Я его придумала. Но иногда я меняю какие-то ингредиенты. Но, опять же, исходя из того, что у меня в холодильнике есть. Он очень есть. Интересный. Да, значит, теперь Вот, пожалуйста, вот это твоей солью с микроэлементами. Но это не важно. Важно итальянские травы. Важно то, что это еще и очень-очень полезно, понимаешь? Во-первых, это не обременительно для желудка. Во-вторых, это очень красиво для глаза. В-третьих, это будет очень вкусно. И для настроения. Бальзамический. Бальзамический, который карамельный бальзамик.
И всего так немного, это очень все легко. Замечательно. Если его нет, не страшно тоже. Так, и теперь самый элементарный в каждом магазине продается в масле. Ну, это кальмар, хотя похоже, что это осьминог. Ну, вы можете любые использовать. Ну, вот я много чего пробовала. Вот, вот это вот самое вкусное. Прекрасно. Именно щупальца кальмара. Вот то есть вот. Это уже опытным путем. Да, и они вот они и в масле. И заодно там же и масло. Да, и заодно там же и масло. В принципе, даже не нужно... Говорить, ну, конечно, о дополнительной заправке. Нет, если вы, конечно, используете креветки какие-то или, может быть, осьминог свежий, то тогда можно оливковое масло там, или какое вы любите. Так, можно еще одну упаковочку. Оп. Хотя. Замечательно. Вот все. Замечательно. Готов. Салат готов. Можем начинать сами дегустировать. Гости подтянутся, если кому-то повезет. А лимон ты не добавляешь сюда? Нет. То есть всего достаточно? Здесь на самом деле тоже есть масло и пряности, и немножко кисловатого. Он маринованный. Ты не перемешиваешь его? Нет, я не перемешиваю. Мы его щипцами сразу накладываем на тарелке, как... слоями, так же, как он вот приготовлен. Замечательно. Все, пожалуйста. Замечательно. Сколько времени? Как и планировали, на 4 минуты меньше, потому что в 4 руки. Все хорошо. 6 минут, салат готов. Он вкусный, питательный, предновогодний. Мы хорошо проводим старый год и с удовольствием начнем потихонечку готовиться к встрече нового. Правильно? Да. Открываем шампанское. И открываем шампанское. На удовольствие. Опс. Красота. Видишь, здесь какой хороший перляж. Что такое перляж, Оль? Пузырьки. А, не бурлёж. Нет. Ну вот, это прекрасно. Пожалуйста. Ну что? Провожаем старый год. Да? Мы с тобой в этом году познакомились. И, собственно говоря, спасибо вашей компании «Фильматограф», да, благодаря которой на твоей кулинарной кухне нам жить вкусно. Да. С Новым годом. С наступающим Новым годом. Дегустация прошла отменно. Наш прекрасный салат Аленка настоялся. И мы, правда, наготовили себе гостей, и они пришли. Вау! С наступающим! Хорошо, когда друзья-соседи. Всегда приятно быстро прийти. Здесь секреты от Бажанова. Вкусно. И здесь есть замечательный салат с крабами. На Новый год Алена обещает. Но этот салат от Алены — это наше любимое блюдо. Надо тарелочки поставить. А мы Сейчас мы все будем. Итак, с наступающим годом. Жизнь вкусно!